и любовь, и признательность нашу адресуем директору мы. Дорогие друзья, дорогие ребята, уважаемые взрослые, родители и мои коллеги, педагоги школы, всех поздравляю с сегодняшним праздником. Сегодня день особенный. Наверное, мы с вами, взрослые, знаем, что мы мысленно возвращаемся к этому дню часто в своей жизни. Мы часто в своей жизни вспоминаем тех людей, с которыми мы были рядом. В стенах этой школы встретились именно такие люди, о которых вы будете вспоминать, с которыми вы будете хотеть видеться и, конечно, дружить. И я имею в виду и взрослых, и ваших ровесников. Я вам желаю, и думаю, мои коллеги тоже, успешно сдать экзамены, которые предстоят. Потому что сессия, которую вы сейчас должны пройти, очень много ваших сил потребует. Поэтому я вам желаю мобилизоваться настолько, насколько вы можете, и даже больше. Тиняковой Ларисе Викторовне. Александра Ивановича Сергеева, я тебя лично поздравляю вас с последним звонком. Сегодня в вашей жизни очень торжественный день, поскольку перед вами открываются все дороги. С этого дня вы считаетесь взрослыми людьми, а это очень ответственно. Вам самостоятельно придется принимать решения, от которых будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Вы молодое поколение, которое приходит на смену нам, и от того, как вы будете строить свою жизнь, будет зависеть и наше будущее. Я хочу пожелать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей, удачи и самых легких испытаний. Оставив позади и школьные успехи, и проблемы, сегодня мы прощаемся со всеми, кто вел нас по нелегкому пути. И в школе был наш штурман, без него корабль знаний врезался бы в скалы. Вы составляли наше расписание, от беспорядка в школу вы спасали. Спасибо, зауч, вам за это все. Уважаемые Валентина Николаевна Неплохова, Елена Викторовна Долженкова, Елена Александровна Марк, спасибо вам за вашу заботу о нас. Математика. Первокласснику надежные друзья. Тушь найдется для ресниц, для укладки и прически есть массажная расческа. Чтоб остаться привлекательной, зеркальце есть обязательно. И прекрасная помадка, и всего одна тетрадка. Некрасиво, безобразно, по чужим портфелям лазить. Да шучу же я, шучу, я такой же быть хочу. Не устану повторять, делай в жизни все на пять. Пришли в нашу школу. 11 лет. 11 лет тому назад пришли в нашу школу. Звенел ваш первый звонок. У вас Вот это да, мы стали депутатами Госдумы. Серафим, неужели все так и будет? Конечно, ведь не зря же нас учили такие замечательные учителя. Сколько сил, сердечной теплоты, души они в нас вложили. Да, труден порой был путь к знаниям. Вспомнить хотя бы уроки математики. Это
шубе и сальный дом. Как не вели за птичника ты шевелет. А як болит зимой спокин наш чоловік на. Він на постелі, як він, люблений море. Моє раз на все життя, і то із неба, так один. Один лиш раз на все життя, не вистачає кайна. Лите, говорим вам спасибо. Мы всегда будем помнить ваши уроки и вашу светлую улыбку. Imagination is so cool.
Спасибо вам большое за все. Как лента кино закончится школьная жизнь. Как много хорошего было в ней. И каждый из вас оставил неизгладимый след в моей душе. Спасибо вам за вашу доброту и чуткость, за вашу отзывчивость и искренность. Радуюсь за вас. Хороший ли вы класс? Для меня, безусловно, да. Любимый ли вы класс? Для меня, безусловно, да. И я буду помнить каждого из вас. Я буду ждать встречи с вами. Всегда дверь моего кабинета открыта для вас. И я хочу сказать, что у вас впереди очень трудный момент сейчас будет. И вот я хочу, чтобы вы его прошли смело, уверенно. И чтобы все, что вы наметили, у вас получилось. Школа окончена, и уроков учить не надо. Боже мой, сколько нервов испорчено. Как я рада, мамочка, а ты рада? Что ж ты плачешь, моя родная? Закусила губы упрямо, но бегут слезинки упрямо. Что же, школа окончена, точка. Поздравляю тебя, мама, это я, твоя дочка.